Екатерина Емельянова учится музыке чуть более года. Сначала у нее были занятия в старом ДШИ, но сейчас все переехали в новую современную школу искусств, где учиться намного приятнее. Девочка с удовольствием посещает занятия и осваивает азы игры на фортепиано. Мне нравится, на нем очень красиво играет, на нем можно красивые произведения играть. Вместе с остальными учениками Развилковской ДШИ Катя приняла участие в творческом вечере, который состоялся в Большом концертном зале школы. На новой сцене выступили практически все учащиеся. Кто-то с сольными номерами, дети играли на фортепиано, флейте, гитаре, аккордеоне, а некоторые выступили в составе сводного хора. Когда поем, красивый голос получается. Нас учат, чтобы мы красиво пели, у нас голос хороший был. Юные музыканты волновались перед выходом на сцену, но все выступили успешно. Любой выход на сцену, он дает творческий рост. И, соответственно, это дает и стимул к дальнейшим занятиям и к тому, чтобы дети развивались. Голоса звучали красиво, инструменты тоже не фальшивили. Концерт получился по-домашнему уютным и понравился зрителям. Впечатления самые лучшие. Мы осваиваем новую сцену. И, безусловно, все время радуют талантливые дети и замечательные наши преподаватели. В Развилковской школе учатся много талантливых детей, поэтому в этом концертном зале еще не раз прозвучат овации и возгласы «Браво!» и «Бис!». Елена Бабина, Юлия Погосян, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видно этого.